действие, либо оно закончилось. Для того, чтобы работать без экипировки, не травмировать себя, удары все на чуть-чуть большем расстоянии производятся в боке. Ну, давайте разберем сначала. Раз, два. Это сохранение дистанции, которое, соответственно, образом нужно осуществлять, чтобы не допустить человека. Да? Дальше. Вот он. Ударил, и исходя из этого сразу упал. Дистанцию соблюдает, видно, да? Сохранил. Следующее. Короткий удар сюда. Здесь мы делаем это в бакен парируя. На самом деле это с подшагиванием, удар сюда, уход с линии атаки. Понятно, да? Да, давай. Следующий. Укол сюда. Он отошел, парировал, на самом деле отошел и подрезал сюда. Бьем в бакен. Следующий. Маркируйте. Здесь он начинает парировать. Видно, да? Обманное движение по отношению к парированию, и он, смотрите, он уходит, уходя сюда, видно, достает его, уходит и бьет сюда, вертикально. Ну, в связи с этим бьем здесь. Теперь он подрезает ему, уходит, видно, ушел. Уходя, соответственно, образом бьет туда, в данной ситуации меч. Уходит и бьет. Парирование. Обходит парирование, бьет в ногу. Угу. Парирование. Обходит. Да-да-да. Обходит, бьет ему в ногу, не уходи. Не уходи. Видно, каждый раз ушел. Бьет в бакен, на самом деле уходя, подрезает. Здесь, даже если подрезает или не подрезает, технология обойти и резать шею. Он занимает свое пространство и выигрывает у него центр. Исходя из этого они расходятся, да, бьет в шею сбоку, уходит с линии атаки, подрезает руку, руку убирает, вбивает меч, входя, заканчивает движение. Вот 5 вот. Образ понятен, да? Давайте по шагам. Раз, два, раз, два. Так. Он встает, теперь два макируется. Раз, два. Ага. На втором. Сейчас. На втором. Раз, на втором сразу. У. Вот. Теперь подносим ногу, чтобы замахнуться спиральным, и катет. Дальше. Следующий удар. Он бьет вас сюда. Вы отходите от шага. Не целый шаг. Пам-пам. И ему. Ага, да. Ну, вместе просто. Сначала давайте. Сначала. Раз, два. Не спешите. Жень. Давайте, давайте. О. Замах. И попрыгнем. Так, шаг. И удар. Следующий. Уход с линии атаки в сторону, подбор 5-1. Каждый раз один шаг. Следующий. Уход, еще один шаг назад. Ага. И удар сверху. Молодцы. Дальше, теперь ваше движение. Смотрите. Снизу опускаем вниз. Шаг вперед, бьем. Вниз, шаг вперед, бьем. Во-во-во. Да. Давай, давай, давай. Ты будешь делать? Бьем, будешь? Уходит с линии атаки и бьет пару. Вы от шаг делаете назад. Да. И вниз переводите. Вниз. Меч просто вниз. Вниз, вниз. Вниз. Ага, вот. Да.
И реально вот, все, что мы делали, это реальные стратегии, с помощью которых вот данная школа обучалась, соответственно, образом работала. Теперь выберем несколько только участков из этой формы или близко к этой форме, изучив данную стратегию, которую, соответственно, образом можно применять на любом расстоянии. Вот это такое длинное, вот был бы клинок короче, я вот так вот стоял, был бы клинок вот такой, ну, в этом смысле, ну или он бы вот такой же, был бы вроде так же. Скорее из этого, уход с линии атаки, подрезание. Все, давайте, в паре сразу, да? Уход с линии атаки, подрезание. Сейчас не бейте, вам партнер еще нужен будет. Значит, ребят, вот постановка вот такая должна быть, не чтобы вы здесь вот висели, а чтобы вот от этой ноги вот сюда шло усилие. Понятно, да? А это вот постановки. Нельзя, чтобы оно подтягивалось. Сила должна идти от этой ноги вот сюда, с уходом, вот сюда. Понятно, да? Партнер убирает руку. Да. Вы хотите ему нанести удар, но для того, чтобы нанести, вот эта красота может так развернуться и вам не дать. Вот смотрите. Вы не делаете, вот просто смотрите. Раз, о, и все видно. И все, что тут я тут делаю, может закончиться для меня вчера. Сходя из этого. Раз, и удар. Не упасти, партнер вам еще понадобится. Медленно и красиво. Уход с линии атаки, подрезание. Ага. Сбив отсюда. Вот такой. И туда. Да. Сильно не упасти. И руки не подкину. Давайте. Жить. Сейчас образ запомните, а потом мучить подойдет. Только то, пока что я показывал. Уход, удар, смотрите. Теперь вот здесь вот, на месте. Видно? Что я сделал? Я просто тело вот так развернул и замахнулся. Видно, да? Понятно, да? Все. Сейчас. Смотрим. Уход подрезали, да? Вот тут даже ему чуть-чуть подрезали. И видно, да? Чтобы он тут не дергался. Да? Вторая. Сбив. Снизу вверх. Замах. Дзёртом, да? Про который мы говорили. Я на месте сидел. Теперь стульники. Шаг вперед. На носочки. Хорошо стоим. Сюда. Кэса из приседания. Вот такой. Может быть потом и вот так. Может быть потом и вот так. Все отработаем. Вот сейчас такой классический и значительно сложное. Оп, и туда. А вы двигайтесь. Понятно, да, ребят? Угу. Давайте. Хорошо. Вот оно вот такое. Перемещаем. Перемещаем мяч вот сюда, просто снизу вверх. Удар, вот такой.
Ясно, да?